Меня зовут Тенгиз Топуридзе. Я живу в Грузии, в городе Кутаиси, и являюсь главой администрации мэрии города Кутаиси. А на данный момент я являлся координатором проекта «Сиудад». Я вам скажу, что Грузия – древнейшая страна, она славится своими туристическими объектами, ресурсами. В том числе и наш город является одним из интересных. И вообще наш регион, регион Имерети, один из самых больших регионов Грузии. Очень много интересных туристических объектов. Там есть очень интересные карстные пещеры. Можно хорошо развить спа-туризм. Там есть бальнеологический курорт 7 километров от центра города Кутаиси. Очень интересные античные раскопки. Много очень интересных церквей. Но проблема состоит в том, что, к сожалению, в Кутаиси, как и по всей Грузии, нет современных сервисов, нет уровня для иностранных туристов. Плохо развита была инфраструктура. Вот последние годы мы как-то развили эту инфраструктуру, построили новые здания, новые рестораны, кафе, бары. Центры развлекательные, это как государственные проекты, так и частные проекты тоже. Но проблема от всеобщего подхода к развитию туризма, к сожалению, у нас не было. Очень мало образования у туроператоров, менеджеры ресторанов, менеджеры кафе, баров и других объектов, куда посещают туристы иностранные в том числе. Там везде одинаковые проблемы. Проблемы сервиса, проблемы подхода, проблемы знания. Вот как раз мы и ожидали того, что в рамках этого проекта мы получим новые знания, как надо все это обустраивать. Мы как бы сможем поделиться с нашими европейскими друзьями, партнерами, в этом случае с итальянцами и не только с итальянцами. Можем поделиться опытом, хорошим опытом, который очень важен для нас, для нашего развития. Каждый из нас из нашей страны, когда мы едем за границу, мы берем маленькие примеры, как надо обустраивать все это, но это недостаточно. Надо иметь системный подход к этому, надо иметь обобщенный подход, чтобы не только единичные случаи развивались, не единичные организации, там, объекты, а всеобщим. Я думаю, что проектом многое, что было достигнуто в этом плане, появились новые подходы, новые мысли, новые расположения к фактам. Так что цель проекта была как раз это, поделиться с опытом с нашими европейскими друзьями и как бы перенять какие-то планы насчет нашего развития по туризму. У нас были очень многосторонние бенефициары проекта. Мы приглашали как на наши встречи, на наши воркшопы и семинары, приглашали не только NGO-сектор, не только туроператоров или менеджеров ресторанов, кафе, отелей и так далее. Мы приглашали из университета, из кафедры развития туризма, экспертов, профессоров. Приглашали также из центральной власти представителей. Я вам скажу, что поскольку Кутаиси уже стал парламентским городом, и парламент последнего созыва в этом году уже заседает в Кутаиси, там же функционируют многие организации центрального подчинения. Вот всем этим людям, всем этим конкретным лицам, которые работают вместе с государством и тем же государственным чиновникам, которые там прибывают, им нужно поставлять универсальные, нормальные сервисы, сервисы высокого качества. Они такие же потребители, как и другие гости нашей страны. И я думаю, что вот этот проект как бы поддержал хотя бы мысль о том, что надо все это менять. Надо менять то, что у нас было до того, и надо делать все по-новому. Надо обустраивать все эти сервисы и подстраивать как бы под высший стандарт европейских, американских и других туристов из разных стран. По проекту, по инициативе этого проекта мы дали как бы официально письменно дали идею местному самоуправлению открыть первый информационный туристический центр в центре города Кутаиси. И правительство, местное правительство построило уникальное новое современное здание, один этаж. И вокруг очень красивый сад,
со свободным Wi-Fi по всему периметру. И там же может каждый турист, каждое заинтересованное лицо получить информацию о туристических объектах Кутаиси и не только Кутаиси. Мы как бы обобщили эту проблему и как бы остановились не только в Кутаиси, мы близ Кутаиси тоже взяли под свое внимание разные туристические объекты, которые принадлежат региональному управлению, конечно, сегодня, но без этого невозможно. Мы как бы прицепили интересы Кутаиси и интересы региона близ Кутаиси. Это как бы, может, когда-нибудь у кого-нибудь возникнет идея метрополии, и тогда это уже будет как бы первыми шагами к этой идее.